Мы хотим устроить праздник. Пусть для отдельной семьи, но все, чтобы все знали об этом, что Иркутский район приветствует рождение новых граждан на территории района. И пусть он прирастает новыми нашими маленькими человечками. В этом году мы говорим именно об укреплении семьи, о помощи семье. Пусть она будет малоимущая или достаточно обеспеченная. Может быть, она будет из дальнего поселения Иркутского района. Может быть, из старой, значимой, традиционной деревни.